Всем привет! Судя по всему, штурм города Мариуполь подразделениями Кадырова не состоялся, так и не начавшись. Вместо этого сегодня мы получили очень интересную информацию. Был идентифицирован очередной генерал-майор, который в районе Мариуполя. Звали его Митяев, Олег Митяев. Это командир, генерал-майор армии РФ. Командир элитной 150-й мотострелковой дивизии, вот, который родился в 1974 году в городе Оренбург. Было ему 48 лет, и в 1991 он закончил Суворовское училище, для тех, кому нужны более четкие данные. Ну, я вижу, что пул высокопоставленных военных с каждым днем увеличивается, и с такими темпами скоро в первых рядах на концерте у Кобзона мест уже будет недостаточно. Потому что список у нас на сегодняшний день состоит из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, и Митяев получается 11. Первым был Тушаев Магомед, генерал-майор. Потом был генерал-майор Герасимов Виталий, генерал-майор Колесников Андрей, генерал-майор Суховецкий Андрей, полковник Захаров Андрей, полковник Порохно Сергей, полковник Николаев Игорь, подполковник Агарков Юрий, подполковник Сафронов Дмитрий и подполковник Ермолин Михаил. Как видим, список увеличивается с каждым днем, а воевать становится с каждым днем все меньше и меньше. Желающие заканчиваются, наверное, поэтому Путину пришлось обратиться к Башару Асаду за помощью. Я слабо представляю, как сирийцы, которые снега в глаза не видели, будут воевать весной на нашем черноземе. Вот. Но не суть, как бы их никто не считает. Вот. И вообще они людей не считают. Поэтому, собственно говоря, решили досрочно выпустить этих самых курсантов военных училищ и отправить к нам на утилизацию. Ну, не знаю, как, насколько дети им смогут помочь в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ну, посмотрим.